Даже зыкало мене перестати фихитися чи ще що. Вот, наконец, настал тот час, когда я ощущаю вас. Здравствуйте, дорогие собратья и сестры по нашему замечательному, по нашей замечательной планете. А, эфир работает. Так, даже Елена Пичук, я вижу, уже вышла в интернет. Вот. Кто же еще там у нас есть в интернете? Перед Елена тем... Жукова. Привет, Елена. Алекс Лисовский, Андрей Кербач. Так, Пермь на месте. Так, наш форум начинается. Форум начинается. Замечательно. Где-то в Соединенных Штатах Америки. Нелли Бродская, Лариса Картузова. Нелли Бродская, да? Да, Нелли, Сергей Мальков, Татьяна Шашкова. И Малькова, и Шашкова. Ирма Палагина, ощущаю. И точно ощущаем, да? Вот я думаю, интересно, вот пока я чего-то говорю, в это время мой голос превращается в какие-то байтики, килобайтики, и на каком-то серваке в Соединенных Штатах Америки эти все конденсаторы делают единички и минусы, и это фиксируется, и день становится историей. Я подумал, мысль такая пришла в голову, не знаю, насколько она историческая, сейчас как раз работаем над «Маленьким принцем» в спектакле «Зоркое сердце одно». Там летчик крутил гайку, а она не поддавалась. И он говорил, если эта гайка сейчас не поддастся, я стукну по ней так, что она разлетится в куски. То есть вот это сейчас такое состояние, что кто-то закручивает гайки, пока мы крутимся вокруг замечательной планеты по имени, вокруг звезды по имени Солнца нашей планете. Кто-то в это время крутит еще гайки. И сильно крутит эти гайки. И вот летчик уже приготовился, чтобы дарахнуть молотком этой гайки. И она разлетится все-таки в куски. Так, кто у нас там еще присоединился? Натали Бугреева, добрый вечер из Киева. Теж, добрый. Александр Кукушкин, hello, друзья. Светлана Новойтенко, привет из Голландии. Дякую. Ольга Заславская, Геннадий Деменский. Привет. Светлана Скрипкина, Ирма Палагина. Дуэт сегодня, спрашивает. Maybe. А, нет, сегодня у нас котейство. Сегодня... Елена Жукова пишет, котик у вас клевый. Это котейка. Ладно, все. Котейка отыграла свою партию. И, пожалуй, я обещал сегодня, друзья, исполнить именно полезную песню. Не просто там хорошую, душевную, а полезную. И полезную она такая... Она для хорошего семейного быта, ну, катализатор хорошему семейному быта. Даже не песня, собственно говоря. Я хотел вам подарить просто фразу. Запомните ее. Ты лучше всех. Это нужно говорить в любой ситуации. И чтобы подтвердить полезность этой фразы, запомните, да? Ну, запишите ее там где-нибудь. Ты лучше всех. Вот. Возьмите ручки и запишите. Вот, я думаю, что на американском сервере эта фраза уже зафиксировалась. Если вы готовы, я заканчиваю трепаться. Где ты был? Где был? Был ли я? Я не был, я, наверное, шел. Я, наверное, был 100 узлов, 5 заборов и 10 прорех, но зато я узнал то, что ты лучше всех, а ты лучше всех. Ты лучше всех. Где ты был? Ты лучше всех. Ты лучше всех. Где ты пил? Где пил? Пил ли я? Я ли пил? Был не скромен, развязан. Я песни вопил и кому-то влепил. Веришь, нет? Смех и грех тем, кто был не согласен, что ты лучше всех. А ты лучше всех! Где ты был? Ты лучше всех! Ты лучше всех! Где ты был? Ты лучше всех! Были женщины.
наверное. Да? Ну а как я иначе узнал бы тогда? Где ботинки? Не помню. Дошел без помех. Ну а как я узнал бы, что ты лучше всех, а ты лучше всех? Где ты был? Ты лучше всех! Ты лучше всех! Где ботинки? Ты лучше всех, какие ботинки? Эмпирический опыт удачливым был, я уменье большое свое применил, выдаю результат. Это полный успех в результате. Выходит, что ты лучше всех, ты лучше всех. Где ты был? Ты лучше всех. Где ботинки? Ты лучше всех, и так на все вопросы. Где зарплата? Ты лучше всех. А что это за помада? Ты лучше всех. Где ты был? Ты лучше всех. Я надеюсь, что вы взяли эту песню на вооружение. Аккорды здесь несложные. Ми, до, ля, ре. Алекс Лисовский пишет: офигеть, моя любимая песня. Класс, я вас обожаю. Вот. А я вас, друзья, обожаю. И что, приглашаю тех, кто сможет буквально через несколько дней на свой юбилей. Вот, кто будет в доступности, пожалуйста, приходите. Комиссарова Татьяна пишет: хочу такую в записи. Замечательно. Значит, мы в Фейсбуке подбросим это, не в Фейсбуке, в ВКонтакте. Вообще по интернету пробите. Пробейте, и да, они существуют. Ты лучше всех, она существует. Да, тут котейка прыгает. Фирма Палагина недовольна, свиста не было. Ну, слушайте, раз такое дело, специально для нее. Ирма, для вас. Где ты был? Ты лучше всех. Ты лучше всех. Ты лучше всех. Главное посвистеть. Да. Людмила Левитас. Здорово. Песня замечательная. С наступающим вас юбилеем и Новым годом. С Новым годом, да. Лариса Картузова. Культивируем манию величия. Все лучше. Комплекса неполноценного. Конечно, конечно. Ты... Спасибо, Михаил. Тут двух не бывает. Если вы где-нибудь чувствуете, что у вас начинается комплекс неполноценности, вот, во-первых, вы должны общаться с теми людьми, которые говорят вам, что вы лучше всех. Вот. А во-вторых, и выращивать себе манию величия. И не надо этой скромности, потому что скромность украшает сильно тех людей, которых больше ничего не украшает, потому что никакой скромности. Ирма Палагина довольна. Ирма довольна. Довольна, хорошо. Алекс Лисовский пишет: как хорошо, что есть на свете другие бабы. Как бы я узнал, что ты лучше всех. Алекс, об этом не стоит так впрямую говорить в прямом эфире. Вот, ты об этом пожалеешь. Вот. Что хотел сказать? А, мы подбросим, да. Сейчас же в комментариях, посмотрите, будет текст этой песни. Вот, чтобы вам удобнее было ее разучить. Всякое на новогодние праздники можно будет повеселиться. Вот. И, пожалуйста, сигнализирую всем, кто хочет попасть на концерт, на юбилей. Потому что вы такого молодого меня... Как это будет буквально через неделю? Какую вот. Неделю? Тут уже осталось. Через ну да, неделю. Да. Вот. Четверг. И сегодня был сегодня был 54-й эфир. Мы как раз к 55-летию 55 эфиров сделаем песни 21. Друзья, мы постараемся 55-й эфир показать в среду, 19-го. Декабря, ну, так что собираемся. Ну, я думаю, мы так думаем, но на самом деле мало ли чего может случиться. Потому, ну, в смысле, тут декорации, там обалденные, огромные декорации мы готовим. Вот, театральное шоу, там на сцене людей немерено, барабанщиков только несколько человек.
Что говорите, уже о дисторшен гитарах, и это самые люди из Москвы, специально Рома Мурашко приезжает из Москвы поиграть. Естественно, наш супер-гитарист. Баянист Валерий Рохвар будет. И супер-баянист. Супер-баянист. Кто у нас еще будет? Супер, супер-басист. Супер-басист, супер-перкуссист и супер-группа. А, супер-два барабанщика. Да, Чередник и Илья Ивахнов. В общем, команда собирается большая. Мало того, и в зале будут достаточно именитые гости, и, возможно, они... Ну ладно, что я все секреты буду открывать. В общем, ломитесь и знайте, что вот скоро-скоро мы переживем самую длинную ночь. Сразу после дня рождения еще 2 дня. И начнем уже потихоньку к лету двигаться. К лету. И, ну, конечно, на другом полушарии по-другому будет дело. То есть, да? Где у нас зима наступает? В южном полушарии. Вот, наоборот. А те, кто в северном полушарии, вот ум начинает двигаться к лету. Все, заболтался, мы всех обнимаем. Оператор эфира Елена Пинчук, разумеется. И вот сегодня, сегодня у нас было трое. Я, Лена и Котейка. Вот. Маргарита ее зовут, Котейка Маша. Да. Вот. Кися Маргарита. Да, я, Лена и Маргарита были в эфире. Естественно, делитесь этим эфиром со своими друзьями. И подписывайтесь на нашу страничку, лайкайте, чтобы мы друг друга ощущали. Пока. Пока.